Мы в Севилье. Меня зовут Георгий Черданцев. И я говорю вам, добро пожаловать на стадион Бенито Вильямарин. Два игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. Нам показывают состав команды гостей. Тренер явно решил подстраховаться и выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. Мы в Севилье. Меня зовут Георгий Черданцев. И я говорю вам, добро пожаловать на стадион Бенито Вильямарин. Два игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. Нам показывают состав команды гостей. Тренер явно решил подстраховаться и выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. Мы в Севилье. Меня зовут Георгий Черданцев. И я говорю вам, добро пожаловать на стадион Бенито Вильямарин. Два игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. Нам показывают состав команды гостей. Тренер явно решил подстраховаться и выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. Мы в Севилье. Меня зовут Георгий Черданцев. И я говорю вам, добро пожаловать на стадион Бенито Вильямарин. Два игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. Нам показывают состав команды гостей. Тренер явно решил подстраховаться и выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. Мы в Севилье. Меня зовут Георгий Черданцев. И я говорю вам, добро пожаловать на стадион Бенито Вильямарин. Два игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. Нам показывают состав команды гостей. Тренер явно решил подстраховаться и выпустил сразу трех опорников. И давайте смотреть, принесет ли это команде успех. Команды начинают эту игру. Поехали! Гаку Сибасаки. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Только что я говорил об их атаке, теперь уже надо переключаться на анализ оборонительных действий. Мяч достается сопернику, тут явно не ожидал такого подарка. Хуакин. Каналес. Серхио Леон. Санабрия. Серхио Леон.